Памяти павших во имя живых. День неизвестного солдата. Праздник, посвященный подвигам воинов, чьи имена не удалось узнать. Они не вернулись домой, но остались в памяти близких. На площади 30-летия Победы почтили память всех воинов, кто встал на защиту своей родины. Еще Суворов говорил, что война не окончена, пока мы не нашли последнего солдата и не захоронили его. Вот поэтому мы сейчас и возвращаем. Это и для молодежи то же самое, это урок. Что нельзя бросать своих на поле боя, нельзя забывать о них. Нужно прикладывать все усилия для того, чтобы найти, разыскать их, установить их судьбу и вернуть домой и на родину. Если они погибли, то похоронить с воинскими почестями. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Слова – неофициальный символ этой даты. Силами поисковых отрядов Ульяновской области с каждым годом удается найти все больше солдат, участников Великой Отечественной войны. В конце ноября поисковики закрыли сезон. Последним выездом ульяновцев стал Волгоград. Результатом работы всей экспедиции стало обнаружение 46 останков защитников города Сталинград. К сожалению, найдено только 4 носителя информации, но по результату экспедиции информацию удалось вытянуть только с одного. Это уроженец Свердловской области. На данный момент осуществляется розыск его родственников. Кроме этого, в ноябре были найдены останки троих ульяновцев. Это Михаил Чернов, погибший в 1943 году, рядовой Семен Кузин, защищавший западные рубежи, и Илья Стулов, погибший в Ржевской битве. Последний герой захоронен на кладбище села Свирино Новоспасского района. Анна Тищенко, Управда ТВ.